Здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня 19 марта, на улице теплота вообще. Видите, дорога тает, все. Ой, неужели наступает весна? Уже как хочется весны вообще. Но у меня продолжается марафон мой по уборке. Может быть, я вас чем-то смотивирую. Ну, всегда хорошо, на хорошее дело, чтобы люди подключались. Большое спасибо, кто написал мне по поводу размусоривания балкона. Очень приятно было слышать ваши отзывы. Вот, ну, приступаем. Сегодня у меня 15-минутные занятия. Уборка, как бы раскламление нижнего белья, носочек, колготок, ну, все такое. А ну вот, беру я своего помощника, кто видел размусоривание балкона, те уже знают, что я всегда убираю с таким радиоприемничком. Почему я люблю радиоприемник, а не телевизор? Да потому что на телевизор можно отвлекаться. А радиоприемник здесь, радио включил, не знаю, можно рекламировать или нет, какое я слушаю радио. Там, в общем, моего возраста радио, так скажем, в общем, песни мне любимые, знакомые, поэтому, как бы, мне очень нравится. Ну и вперед, пойдемте смотреть. Там, конечно, у меня темная кладовка, но более-менее будет видно до и после. А еще потом, если получится, у меня такие 15-минутные дела, как бы они там... Как бы я их дроблю так на утро, на после обеда, потому что между этим делом мне надо кушать, еще сварить все. Но так как мой муж и мои сыночки на рыбалке, на охоте, приеду только вечером, тем более я уже кушать сварила, и поэтому мне получится, наверное, еще убрать и в прихожей, разобраться с шапками, с шарфами. Ну, вперед, поехали. Так, ну для того, чтобы все было чистенько, нам необходимо все эти ящички вытащить и помыть. Вот я уже все вытащила, потому что, как бы, ну, это ж мы не каждый день делаем, раз в полгода, поэтому нужно. И там, где эти ящички были, полочку тоже полностью протереть сверху, боковинки, все. И только потом приступаем, ну, к складированию назад. Нижнее белье, там колготочки, носочки. Вот, я покажу, как я складываю их. Так, и у меня белое, вот это вот, оно плохо оттирается, поэтому мое спасение — это меламиновая губка. Меламиновая губка — это я вообще от нее обалдею. Да, кто не знает, что такое меламиновые губки, они есть разные. Вот у меня в простом магазине я покупала, она двухсторонняя, с одной стороны белая, с другой почему-то синяя. Но я чаще всего пользуюсь меламиновыми губками с Fix Price, там их две штуки в упаковочке. Вот. Еще я заказывала на Алиэкспрессе, там они дешевле. Да, может быть, моют они как бы тоже хорошо, но они какие-то такие вот худенькие, маленькие, тоненькие. Сейчас. Какие-то неровные, какие-то... Ну, в общем, ну, все равно взяла, надо... Сейчас первым делом я вот этими буду пользоваться. Мне их нужно уже уничтожить. Так, ну вот, мои дорогие, что у меня получилось. Это колготочки теплые на весну. Носочки двумя видами складываю, теплые вот кругляшками. Эти по-другому сейчас покажу, как я их складываю. Ну и нижнее белье. Вот, складываю я их, сейчас покажу. Ну вот, навела я это порядок в своих носочках и все. Но сейчас покажу, как я складываю. По-разному говорят, да, ну, пару покажу. И мой, конечно, любимый — это вот так. Складываю так раз, потом два и одну резиночку так вовнутрь. Но говорят, что якобы вот эта резинка, если так делать, она одна растягивается. Ну, так как у меня носки расходный материал, я их ношу, не знаю, я не замечала, чтобы они у меня как-то
Мне и мужские также храню, мне так легче. Ну, есть еще такой способ. Но мне этот способ почему не нравится? Потому что он ничем не держится, и если вытаскиваешь одну пару, он может рядом тут же разойтись. Ну, делается это как бы вот хочешь так, сворачиваем аккуратненько вот так в рулончик, подходим, когда дело к пяточке подходит, ее немножко убираем, вот, и чтобы ровно было вот здесь. Ну, тоже как-то мне этот вариант не нравится. Я носок в носок. Но если теплые, то делаю вот так. Потому что вот эти положила, они уже аккуратно, они никуда не делают. Не деваются-то они у меня так стоят. И раз вытащила, какие надо. А эти одни вытащил, вот как-то они у меня... Ну, не нравится мне этот способ. Ну, говорят, что зато резинка не будет. Это трусики. Вот мужские, так и женские я... Сейчас покажу приблизительно как. Вот. На два раза. Раз. В общем, кладем перед собой нижнее белье. Раз заматываем. Два заматываем. Переворачиваем к себе. Чтобы они были поменьше рулончик, я сгибаю вот так. Раз. Два. И здесь также раз. Два. Теперь выворачиваем. Выворачиваю вот. Раз. Два. Получается такая колбасочка. Ну, женские они меньше. Вот. Эти больше. У мужа тоже так стоят. Ну, у сыновей раньше были, у меня вот так стоят. Все люблю, чтобы было видно вот так. Вот. Смотрите, если их вот эти вот так вот сделать, как я всегда делаю. Раз, два. Они так и будут. И никуда они не денутся. О, видите? Аккуратненько. Но, говорят, резинка. Это, видите, так аккуратненько. Хочешь так. Чтобы красивее было, чтобы вот здесь не видно было, то нужно их вывернуть наизнанку. Ну, ничего, они пользуются и пользуются. Вот. Ну, а теперь колготки, которые я перебрала, там, которые уже как бы идут в утиль, я их не выбрасываю. С них очень хорошо вязать коврики крючком, знаете, круглый, как раньше бабушка вязала. Они на даче очень хорошо с ними и обувь вытирается, и вообще. Короче, у меня там целый пакет на Wittgenstein. Ну и пойдем посмотрим теперь, как в итоге все получилось. Ти-ди-тин-тин-тин. Вот как получилось. Нижнее белье. Это все утягивающие. Мое первый ящик и с носочками. Вот с носочками. Видите, некоторые трубочкой, которые толстые. Вот зимние колготки. Вот там новые колготки. Я знаю, что новые колготки не нужно хранить в упаковке, потому что типа никогда их не оденешь. Ну, бережешь все. Но у меня есть вот хлопчатобумажные носочки, гольфочки. Ну, пока у меня есть как бы много этих. Вот, как я говорила, храню носочки. Мне нравится так. Ну и так, и кругляшками, конечно же, тоже. Поэтому все, с этим размусориванием прошло. Наверное, следующие записи будут. Ну, посмотрим, что будет. Если кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Кому не понравилось, извините. Может, кого-нибудь смотивировало убрать в день хотя бы по одной полочке убирать. И за месяц можно навести порядок. Ну, к чему я буду стремиться. Тем более, сейчас весна наступает, наступила уже. И скоро будет дачный сезон. Мне будет не до этого. Там на даче будут дела. Поэтому спешу сейчас все убрать дома. Всем пока-пока!